Новый обзор на пейнты. На хромовый пейнт. Я делал уже обзор, ссылочку оставлю. Эти мне подогнал Петроград, магазин. У них можно купить. Цветные я ни разу не пробовал. Ни красный, ни желтый, ни синий. Такого линии. Ну, белый пробовал, черный пробовал, золотой, хромовый. Сразу могу сказать, что хорошие. А эти как раз попробуем. Ну, покажу все, как тут таков по 10 каждого. Носил, да? На поле. Это китель, так называемый дриллинг. Рабочий китель. Он не шерсти, как сеть, а из ТБшки. Бля, ты снимаешь. Так, короче, пацаны, как дохаваете, надо потегать везде будет, вот этим маркером. Кто нормально потегает, тому еще семечек. Ты нормально потегаешь? Да? Ну да, семечек похавай. Ну да, покажи теги-то. О. Пиздец все гораздо, а вот тегать. Поскакали тегать! Ну что, девчонки, я за вас потегаю. О, бля. Блять, там у него... Thank you.
победитель тег батла. Дональд Дак. Лучший квинстайл на озере. Ладно, на, маркер твой. Короче, я тегаю синим, потом красным. А что я тебе рассказываю уже? Да, поехали, а потегайся.
будет прорастовать работу. Ну, тайник у тебя, мне интересно. Потому что при тебе.
что потестил paint маркеры. Вот у Paint PX30. На самом деле очень крутой маркер. Я уже делал обзор на хром отдельный. Обзор на хром прикреплю сверху ссылочку на ссылочку. Сейчас же вот магазин Петроград подогнал мне остальные цвета, я ни разу их не пробовал. Ну, черное золото, конечно, пробовал, а вот белый, желтый, красный, голубой до этого ни разу не пробовал. Девчонки отпустили шары. Пушка. Шары. Короче, голубой, красный, желтый, белый, вот я еще попробовал. Черный нормально и золотой. Самый, наверное, проблемный из всех — это золотой. Он как бы пишет круто, пишет неплохо. Но если долго им не пишешь, не промакиваешь, то у него собирается растворитель. И потом как-то что-то мешаешь, не мешаешь, то все равно начинает как-то более хуже писать, как мне кажется. Хотя, может, мне просто попал сейчас такой маркер, но вообще золото пишет круто. Если ты вот его раскачал, сразу начал интегриться, это очень крутой цвет. Он такой же укрывистый, как и хром, и поэтому претензий к нему никакого нет. Отличный маркер. Черный, белый, голубой, красный и желтый тоже хорошо пишут, особенно по каким-нибудь гладким поверхностям, по стеклам, чем-нибудь еще. На удивление, я думал, что желтый и белый будут проблемными, но нет. Эти оба цвета тоже крутые. Но если вспомнить, вот раньше многие тегали просто маленькими пейнтами, как бы, которые, ну, такие же, только тонкие. Не знаю, та же эта фирма или нет. Там такая же линейка цветов, такая же краска. Но голубой и белый всегда оставались дольше всех, а остальные на солнце выгорали и становились тоже белыми. Как бы, ну, пигмент уходил или что это, не знаю, колер. Поэтому, наверное, и здесь голубой с белым тоже, наверное, будут. Голубой и белый, наверное, тоже будут дольше всех держаться, как мне кажется. Красный, наверное, все-таки выгорит на солнце, как и любой другой красный цвет. Но пишет неплохо, прикольно. Желтый тоже. Я успел, правда, несколько раз тегнуть и потерял его, но тоже нормально себя показал. Белый по всяким стеклам, по пластику, по железу мне вообще очень понравился. И белым я, наверное, как и хромом, тегал дольше всего. Ну и черный я всегда использовал на наклейке, поэтому давно с ним знаком. Крутой маркер. Поэтому такие советую. Если еще ссылку на Петроград оставлю под этим видео, обращайтесь, там у него вроде недорого. Ну или так, где найдете в магазах, покупайте. Хороший маркер. Все, всем йоу, до следующего обзора. Вот такой вот тег-баттл на озере с утятами. На.